Лене было 15 лет, когда началась война. Он уже работал на заводе, окончив семилетку. Когда фашисты захватили его родную Новгородскую область, Леня пошел в партизаны. Он был храбр и решителен. За несколько лет, проведенных в партизанском отряде, он участвовал в 27 операциях. На его счету несколько разрушенных мостов в тылу врага, 78 уничтоженных немцев, 10 составов с боеприпасами. Именно он летом 1942 года недалеко от деревни Варницей подорвал машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртце. Голиков сумел добыть важные документы о наступлении немцев. Атака противника была сорвана, а молодой герой за этот подвиг был представлен к званию Героя Советского Союза. Зимой 1943 года значительно превосходящий отряд противника неожиданно атаковал партизану села Острая Лука. Леня Голиков погиб как настоящий герой.